А если бляшки больше 90%, уже надо на мясо сделать. Стенды сосуд. Шунтировать сосуд. У вас тоже по варианту было. Жир. Хочешь бы операцию сделать через 3 года, 4 года, еще повторяются жирные пряжки. А наша жира специально изумрит очищение наших сосудов. Смотри, пряжки с возрастом больше и больше влияют на кровообращение, кровоболит, давление нестабильное. А наша жира специально изумрит постепенно.